Минск готовится принять 26-ю сессию парламентской ассамблеи ОБСЕ. О подготовке к мероприятию накануне президенту доложил спикер парламента Владимир Андрейченко. Сессия стартует 5 июля. В ее открытии примет участие глава государства Александр Лукашенко. Вопросы международной безопасности обсудят около 700 делегатов. Среди ключевых тем – проблемы терроризма, киберпреступности, борьба с торговлей людьми и вопросы миграции. Беларусь готовит и свою резолюцию по противодействию наркотрафику. Наша страна впервые будет принимать политическое мероприятие подобного масштаба. По итогам сессии планируется подписание Минской декларации. Инновационные разработки Беларуси и России в энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве и других сферах сегодня представят в Минске. Белорусская столица второй раз примет международную промышленную выставку «Экспо Россия-Беларусь». Ожидается участие более 40 российских компаний из 8 регионов. Деловая программа выставки включает Минский бизнес-форум, тематические круглые столы, биржу контактов в формате B2B. Первый матч Виктории Азаренко после возвращения в теннисный тур не доигран из-за наступления темноты. На турнире в испанской Мальорке накануне Виктория уверенно выиграла первый сет 6-3, однако уступила во втором 4-6. В решающей партии счет стал 5-4 в пользу японки. И в этот момент судьи приняли решение перенести доигровку встречи. Поединок продолжится сегодня.